«Психолог в помощь» в точке кипения стартовал курс семинаров-практикумов для мам, пап и педагогов «Родительский февраль». На необычных лекциях рассказывают о том, как справиться с трудностями и налаживать контакт с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Дело в том, что в нашей службе уполномоченного, в штате нашем есть только юристы. И когда к нам приходят люди на прием, мы понимаем, что некоторые ситуации решить вот в плоскости, в зоне только правовых или юридических вопросов невозможно. Есть конфликтные ситуации, и здесь, безусловно, нужны советы психологов. Сейчас на базе службы уполномоченного по правам ребенка работает психолог. Консультации ведут каждый четверг. Однако наплыв людей оказался слишком большой, потому для всех желающих открыли курс семинаров. Специалисты уверяют, любую поведенческую проблему лучше решать быстро. Если в младшем возрасте ребенок испытывает трудности, появляется деструктивное поведение, то позже оно может перерасти в девиантное, а значит нанести серьезный вред и здоровью ребенка, и окружающим его людям. Самое тяжелое, с чем можно работать, вот для меня, для специалиста, это самое страшное. Это вот избегание неудачи, когда ребенок просто закрывается сам в себе. Когда он просто не готов ни к какому диалогу, и он вот как вот опустил руки, и все. А я не буду этого делать. А я не хочу. Занятия проходят в форматах мини-лекций, небольших тренингов и разборов типичных ситуаций в режиме открытого диалога. Родители и педагоги слушают, затаив дыхание. О причинах того, почему дети ведут себя так, а не иначе, услышать удается не каждый день. А уж о том, как решать детские конфликты, и подавно. Но на таком семинар-практикум, я думаю, очень интересен как и для родителей, так и для педагогов-психологов, которые работают в дошкольных учреждениях, в начальной школе, потому что раскрывается тема, которая наиболее сейчас злободневна на сегодняшний день, общение родителей с детьми, то есть применение каких методов вообще в современной психологии используются, какие методы. Всего курс составляет 4 занятия по 1,5 часа каждое. Проводить семинары будут каждый четверг весь февраль. А в марте с укороченным курсом лекций психологи выступят в Кинешме. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.